Многообразие культур, яркие народные костюмы и разные по темпераменту танцевальные движения – это и есть особенности многонационального Алтайского края, о которых накануне барнаульскому зрителю в танце рассказывал народный ансамбль «Калинка». Вместе с тем, это своего рода генеральная репетиция перед поездкой в Москву. Там коллектив выступит на национальной телевизионной премии «Щелкунчик». Конечно же, это большая гордость представлять Алтайский край на таком мероприятии. Это борьба своего рода, это конкуренция между коллективами. Ну и, конечно, хочется поделиться своим творчеством и представить наш Алтайский край во всей красе своим богатым репертуаром. «Калинка» не раз становилась обладателем гран-при и лауреатом всероссийских и даже международных конкурсов в Испании, Франции и Китае. Коллектив дважды был серебряным призером Дельфийских игр и победителем национального проекта «Культура – это мы». Сегодня в ансамбле больше 80 юных артистов. Это культура нашей России, которую мы передаем. И, возможно, те эмоции, которые мы испытываем на сцене, зрители видят их и вдохновляются на что-то. Наши костюмы очень красивые и могут передать даже эмоции сами костюмы. Несмотря на богатый опыт выступлений, представлять регион в Кремлевском дворце волнительно, говорят артисты. Ведь это одна из главных государственных сцен страны, где они впервые перед столичной публикой. Анара Шагирова, Дмитрий Денисов. День с толком.